я Антон Деркач, и мы находимся в Юнтоловском заповеднике на северо-западе Санкт-Петербурга. И это последнее видео, которое я снимаю перед тем, как отправиться отдыхать на природу до конца лета. Это лето я посвящу чтению полезных и интересных книг, буду много гулять на природе и наслаждаться свежим воздухом. А как вы проводите это лето? Напишите мне об этом. С вами был Антон Деркач. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и увидимся в конце лета.